Тюльпан марафон чемпион, высота растения 40 см, цветок ярко-розовый. Триумф тюльпаны. Для тюльпанов этого класса характерны крупные бокаловидные цветки, довольно высокие цветоносы 40-70 см и хороший коэффициент размножения. Окраска цветов у тюльпанов этого класса самая разнообразная, от чисто белой до темно-фиолетовой. Цветут триумф тюльпаны в конце апреля, начале мая, довольно продолжительное время и хорошо сохраняют форму бокала. Применяют тюльпаны данного класса довольно широко, на срезку, для оформления садов и парков, для выгонки в средние и поздние сроки. В настоящее время это самый многочисленный класс тюльпанов. Тюльпан триумф марафон чемпион – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан триумф марафон чемпион можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан триумф марафон чемпион в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан триумф марафон чемпион – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.